Смотрите, как выглядит Тамбов. Он мелкий-мелкий желтый. А цена, ребят, у нас крупнее. Вон. 675 рублей стоил. Котовский. И салют. Все у меня было на канале. Так. Как бы, блин, его показать. Тамбов Вульф. Мелкий-мелкий-мелкий. Вообще просто. Смотрите. Здесь 1,65, здесь 1,7, 1,8, в зависимости от партии. Конкретно вот этот 1,8. А вот только что другую банку выкинул, там был 1,7. Там был Вульф. Так, наверное, я сейчас на телефоне. Вот смотрите, вот так. И потом я телефон возьму и покажу крупно. О! А это у нас телефон. В телефоне, ребят, работает зум и макросъемка. Это Вульф. А это Сунар. По крайней мере, вот такой из этой банки. А это Вульф. Я пересыпаю из этих банок вот в эти. Более вот адекватные. Мелкие, удобные. Это, блин, банка какого-то здоровая. Привык я вот к таким. Ну вот, собственно, разница. Значит, скорость вот этого 470 летом. Есть острелы 134, а так около 425. То есть очень резкая вот эта партия. Скорость этого мы посмотрим. И сравню, ребят, на пробой. Вот смотрите разницу. Блин, был еще другой Сунар. Но его уже нету. Тут бы показать. Он был, знаете, похож на вот этот Сунар. 1,7 была навеска. А этот более похож на Салют 4. А вот тот Сунар... Надо, наверное, может патрон раскрыть. Он был похож на вот такой. Он был светлее, а этот зеленее, видите? И, ну, блин, вот эта скорость... Что хорошо. Очень люблю я вот эти пороха. Есть скорость, мороз держит изумительно. Если к нему пристреляться, бомба. Если вот этот порох будет такой же, как вот этот, то я могу сказать только молодцы, что он появился вот в таких банках в реализации, то есть в магазинах. Потому что вот этот продавался в соседней области в одном магазине, в Кировской области в одном магазине, еще в какой-то там Коврове, в одном магазине на всю область. У них или малые объемы были производства, или беда с реализацией. Отдел маркетинга работал плохо. Вот, поэтому казанские были везде. И сейчас появляется вот этот порох там, где проявляются казанские. Казанские у нас есть везде. Единственное, что некоторые магазины не хотят его возить. Почему, я не знаю. В нашей области Тамбов Вульф нету. Есть ирбисы всех видов, которые, извините, нахрен не нужны. Вот, поэтому в таких же банках. Так что вот этот порох, если вы увидели впервые, его брать смело. Скорость 400 будет, сгорает хорошо. И, кстати, этот и этот сгорает. Отстрел есть у некоторых партий. Кстати, по-моему, у меня даже такая же партия нет. 4,23. Там было у человека 22 года. Но сгорает. Резкий. Похож на сокол. Мороз держит, плавно разгоняет, в отличие от ирбисов. И работает, конечно, лучше с твердой дробью, но с более мягкой будет тоже работать. Под закрутку, по крайней мере, котовский порох идет плохо. И зимой он идет плохо. Скорость он сбрасывает. Поэтому нужен обтюратор, нужен войлочный пыш, нужна глубокая закрутка, работать будет. Исключительно под звезду вещь. Так, а это вот он Сунар другой. Здесь навеска 1,7. И вот так он выглядит. Он мельче от того Салюта и желтее немножко. А вот так выглядит Тамбов Вульф.
А это наш вот этот сунар. Вот этот справа. Вот. Смотрите. А вот там был вульф. Мельче, желтее. Поэтому вот так они выглядят.